Вера. Мне 14 лет, в феврале будет 15. Обучаюсь в школе «Колорит» в городе Сен-Элош на протяжении 5 лет. Первый этап работы – это этюд и интерпретация Куприна. Второй этап – это эскиз к данной работе. Третий этап – данная работа, в которой я хотела показать связь между предметами, сделанными человеком, и природой. Спасибо жюри за внимание.